И снова здравствуйте, друзья! Сегодня будет все, как вы любите. Сегодня будем сравнивать среднеценовой сегмент меню ШМ от компании Zuber и вообще не из Китая. Это не AliExpress, я ее купил на Яндекс.Маркете. 3700, кажется, она мне вышла. Это с двумя аккумуляторами, с зарядным устройством. А Zuber у нас стоит, кажется, 10-11, такая вот средняя стоимость гуляет по интернету. Ну, иногда мы проводим периодически акции на данной вот ШМ-ке. В телеге у нас сейчас можно было взять ее в районе 8000 рублей, кажется. Итак, что сегодня будет? Делать. Вначале сравним, посмотрим, а в чем-то разница. Может, разницы нет никакой. Может, есть просто вот упаковка немножко другая, и все. И маркетологи нас обманывают. Они нас обманывают. Можно купить за 3700, и прикиньте, какая экономия будет. Я думаю, скорее всего, вот эта машинка отработает лучше. Но, может быть, получится так, как с шуруповертом светофора. Помните? Я его тоже вроде как-то купил, хотел обосрать. Но как бы он тогда на 1000 рублей работал? Может быть, и вот эта машинка также будет работать на 3700, за которую за нее просят. Ну, вначале давайте посмотрим комплектацию. Начнем с комплектации. Чистокровный китаец у нас поставляется в картонной коробке. И заметьте, вообще... По-русски тут нет ни слова, за исключением вот, штрих-код Яндекс.Маркет. Вот здесь что-то написано. Но я так понял, это наверное, для внутреннего пользования. А так тут вообще ничего не написано по-русски. И в паспорте изделия ни слова на русском языке. Только единственное лежит визиточка, где указано, что если вам нужна инструкция на русском языке, обратитесь по указанному номеру. Меня в 2012 году Роспотребнадзор вот, зайдут фигню нагрел. То есть у меня были тогда мойки Эталон. Сейчас, кажется, этого бренда нету. Эталон там, такой тоже китайский бренд был. Ну, чуть похуже, так скажем, Зубра. Но генераторы у нее были хорошие. Вот, там была мойка, Эталон. И на ней было ни на коробке, ни в инструкции, ни слова на русском языке. И вот за это мне вот так вот Роспотребнадзор сделал. Зубр у нас также поставляется в картонной коробке. Ну, когда мы открываем картонную коробку, тут находится у нас сумочка. Обычная нормальная сумочка с ручкой. В сумке есть три фиксатора. Это для машинки самой, это для зарядки, а вот это для аккумулятора. Про торчащие ниточки мы промолчим, да? Как будто их и не было. Китайское меню ШМ комплектуется перчаточками. Перчаточками, наверное, на детскую, либо на китайскую ручку. И здесь нам в коробке идет сама ШМ, уже с вставленным аккумулятором. Отдельный слот для отдельного аккумулятора, для второго аккумулятора. И дешманское зарядное устройство. Еще два таких вот китайских диска. У Зубра также идет ШМ-ка, аккумулятор, зарядное устройство и ключ. Да, ключ и в китайской тоже был. Аккумулятор от безымянной китайской ШМ и от Зубра. На китайской ШМ 12 вольт, но емкость нигде не указана. На Зубре емкость указана 2 ампер-час. Если кому-то будет интересно, от этой китайской ШМ подходят аккумуляторы от борта. Вот борт, вот этот аккумулятор. На борте, кстати, там тоже ампераж вроде как не указан. Все четко стало, все работает. Вес аккумулятора от Зубра 620 грамм. От китайской ШМ 525 грамм. Как бы так, разница довольно-таки приличная. По поводу качества пластика говорить не буду, а то сейчас некоторые самые умные начнут писать, а как ты это проверил? На вкус, что ли? На запах, что ли? Здесь пластик хуже. Это видно невооруженным глазом. Он здесь хуже. Вот здесь вот пластик лучше. От китайской ШМ зарядка поближе. Указано тут что там? 1000 миллиампер. Знаете, вот в Интерсколе, в Минимаксе, я считаю, такая убожественная, убогая вот такая вот зарядка. Но вот это вот... Вот это реально, блин. И знаете, как-то обзорщики, когда делают, там, с Алиэкспресса обзорщики, вот зарядное устройство. Вот этим даже зарядным устройством не назовешь. Ну, это пи***ь полный. Оно у меня аккумулятор заряжало на часа 3. Вот этот, который я, ну, я поставил на часа 3. Я же думаю, блин, когда он зарядится? Вес зарядного устройства 169 грамма. А вес зарядного устройства от Интерскола, также с проводом, 514 грамма. А без провода 402 грамм. И человеческое зарядное устройство от Зубра на 2 ампера. Интерскол. Ну, вы поняли, что люди хотят. Итак, вот они наши ШМ-ки рядом. Одну я буду называть Китай, другая не Китай. Хотя они обе сделаны в Китае. Но так просто проще будет. По высоте они примерно одинаковые. Только единица у Зубра, видите, чисто идет вот так вот ровненько все. То есть без каких-либо таких вот выступов. Тут немножко вот здесь одно расстояние, вот здесь такой вот небольшой выступ. И как бы, ну, мне так, честно скажу, не очень комфортно держать. Просто вот сюда вот в руку упирается, получается, вот этот выступ. У Зубра такого нет. Выключатели примерно одинаковые. Зубр, Китай. Также фиксируется. Что касаемо защитного кожуха. У Зубра он более такой вот массивный и более толстый. У Китая обычный и вроде как даже потоньше. Вес машинки Зубр с аккумулятором
2 килограмма 656 грамма, а вес китайской машинки 2384. Да, прикольно, когда они вот так вот становятся. А давайте-ка их без аккумулятора взвесим. Зубр 2.17 и Китай 1,844 кг. Качество пластика оставим без комментариев. Или для особо упертых олитрочеров покажем, что данный пластик соответствует цене. Как бы, думаю, видно. Видите, куски пластика тут. Вот тут, с этой стороны, с этой стороны. То есть здесь пластик явно такой дешманский, дешманский, дешманский. Если мы возьмем зубр, посмотрим. Здесь аккуратненько все сделано. Такой как бы хрени нет. Литье, то есть здесь намного лучше. Для особенных подписчиков, как я уже сказал, я оставлю ссылочку внизу в описании под видео. Будет ссылочка, где можно будет купить вот эту вот машинку. И не надо думать, что моя задача сейчас в данном видео чисто вам вот впарить вот этот зубр. Он же лучше, покупайте зубр. Я ссылку оставлю вот на эту машинку. Покупайте, покупайте. По поводу фиксации шпинделя. На китайской машинке он фиксируется. То есть вот эта часть берется вот так, отодвигается вверх, поднимается. Все, шпиндель зафиксирован. Можно затягивать, либо снимать диск. На зубре система немножко другая. Тут нужно нажать, и все. Все зафиксировано. Общий обзор сделали и по характеристикам. Машинка зубра у нас 12-вольтовая. Диаметр диска 7,6. По числу оборотов 20 тысяч оборотов в минуту. Сделана машинка в Китае. У зубра, как и у многих производителей инструмента, есть своя аккумуляторная линейка. То есть от этого шуруповерта зубр аккумулятор станет на эту УШМ. Только не перепутайте красный и синий зубр. От красного зубра аккумулятор туда не подойдет. Это у них уже другая линейка. И теперь по характеристикам китайца. Бах, 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 бах. Бах, 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 нигде ничего не написано. Характеристики есть в паспорте, правда, на английском языке. По числу оборотов 12 500 оборотов, диск также 76. Что касаемо единой аккумуляторной линейки данной УШМ-ки, вообще без названия, можно отнести борт. Ну, как бы аккумуляторы подходят, чем бы мне единая линейка. Да они, кстати, даже и по цвету подходят. Я вот сейчас поближе сделаю, вот покажу. Вот. Реально подходит. Может быть, даже это делал один и тот же завод. Ну, оцените, реально подходит. Единственное, какой сейчас вижу плюс между зубром и данным китайцем. Ну, между этими двумя китайцами. Недорогой китаец, другой дешевый китаец. Смотрите, у зубра, вот как мне посмотреть уровень заряда аккумулятора? Да никак. Вот, вот. То есть здесь нигде нет индикатора. Тут китайцы молодцы. Оп, сбоку уже видно. Уровень заряда аккумулятора. Ладно, давайте чё. Давайте сейчас им попилим. То есть посмотрим, как они ведут себя под нагрузкой. А потом их разберем и посмотрим внутрянку. Так, что сейчас будем делать? Я взял брус и взял диск не по металлу, потому что сейчас будет куча искр, как бы пожарная безопасность, потому что мы в помещении находимся. Я взял диск бошевский по дереву. Он, кстати, офигенный диск, он и гвозди может резать. Данный диск не пропилит. Данный брус, то есть данную доску, где-то наполовинку напилит. Но я думаю, общая картина будет ясна. Чтобы сильно не мусорить, мы сделаем, наверное, по 5 резов. Вначале я буду потихоньку вести, то есть посмотрим, как он себя ведет. А потом буду как бы давать такую вот нагрузку. Че, погнали? Офигенный диск бошевский. С нагрузкой защита. Защита. Ну, я, кстати, не сильно давлю. Но если вот так потихоньку. Надо же потихоньку стало. Все. Ну, я не давлю даже, она под своим весом. Смотри, она под своим весом, блин. Вот. Перегрузка. Ну, короче, надо вот так вот. Нежно, 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 вот так, потихонечку, вот, 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 еле-еле, еле-еле, вот тогда напилит, стоит вот так вот чуть-чуть. Чуть-чуть надавить и все. Все.
Ладно, давайте зубы. Хорошо, что фартук одел. Не ушаем зубы, к сожалению. Уровень заряда аккумулятора мы никак не посмотрим. Да, кстати, если мы возьмем шуруповерт, на нем мы тоже уровень заряда никак не посмотрим. Мне пришлось ставить зарядку и смотреть, какой аккумулятор был заряженный, а какой разряженный. Ладно, давайте сейчас так же. Вначале потихоньку, а потом я буду немножко поднаваливать. Уходит защита, но как бы я чуть сильнее, получается, давлю. Ну где так, блин? Процентов на 25, на 30. Ну, тоже в защиту входит, но не так. Ладно, давайте еще разок, но я тут вообще уже трындец. И пилит она быстрее. Я думаю, может быть, из-за того, что оборота в ней поболее. Ну, думаю, было видно работу. Да, эта машинка немножко, так сказать, слабее работала. То есть, где-то, ну, процентов, ну, думаю, 25-30, а может быть, 35. Где-то вот в таком соотношении. Но здесь, я думаю, скорее всего, дело в аккумуляторе. То есть, если мы поставили бы сюда аккумулятор отсюда, теоретически она бы работала так же, как зубр. И еще такой вот момент. Вот эти машинки, это вот, знаете, сейчас мне буквально один знакомый писал. Слушай, я хочу такую вот маленькую купить. Теперь у меня аккумуляторной болгарки нет, и она мне заменит аккумуляторную болгарку. Нет, вот эти машинки вам аккумуляторную болгарку не заменят. Не заменят. Эта машинка как второстепенный инструмент для каких-то мелких работ. Это мастера используют также. Вот. Диск поставили, там деревяшечку отпилить, там, подоконник, там еще что-то. То есть там в труднодоступное место куда-то залезть, что-то подпилить. То есть мелкие работы. Маленький вес и удобство. Ладно, что, давайте их разбирать. Еще вот такой вот момент, я вам не сказал. Вот тут хреново вытаскивается аккумулятор. Прямо я, блин. Оп, вытащил. У зубра все намного проще. Щелк, 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 щелк. Здесь заедает. Также из-за качества пластика. Раскручиваем. Открутили. Вскрываем. И тут еще клипсы стоят. Удаляем клипсы. И теперь вскрываем. И вот, собственно, машинка. Электронный блок. Даже что-то залито. И мотор, и аккорстатор. И механизм фиксации. Металлический. Достаем. Блок можно не доставать. Аккорстатор покрупнее. 6 катушек. Электронный блок покрупнее. И магнитный якорь. Якорь у нас на подшипниках. Вот эта часть, которая фиксирует диск, металлическая. Кстати, за такую сумму как бы внутри сделано довольно-таки прилично. То есть я думал, будет все намного хуже. Да, блок электроники, как бы, ну, как в обыкновенной дешевой аккумуляторной машинке. Статор, как бы обмотка тоже вроде даже как ничего. Якорь на подшипниках. Вот эта часть, я думал, вообще будет пластиковая. Нет, она металлическая. Ну, как бы за эти деньги внутрянка, мне кажется, адекватная. Вон, давайте посмотрим зубр. У зубра тут немножко все по-другому. У нас тут идет звезда. Да, и, кстати, зубр весь инструмент свой пломбирует. Я уже как-то говорил, вот видите, есть краска. И, то есть, без палева вы его никогда не никак не разберете, точнее. Открутили и разбираем. У нас электронный блок и также двигатель. Вытаскиваем. Электронный блок поменьше, чем у китайца. Но обратите внимание, какие тут толстые провода. И плюс еще стоит радиатор охлаждения. Также покрытый герметиком. Статор также имеет 6 катушек. И магнитный якорь на подшипниках. Фиксатор тут тоже металлический. Якоря примерно одинаковые. Татара тоже. Вот это китаец, а вот это зубр. Но электронные блоки отличаются. У зубра он меньше.
Кстати, у китайца тоже толстые провода идут. Итак, в конце, как всегда, пару слов об инструменте. Да, вот этот аккумулятор разбирать не буду. Ну, это и так говно, понимаете. Здесь стоят обыкновенные, скорее всего, высокотоковые ячейки. А вот, вот здесь стоит, как, стоит какая-нибудь параша. Ну, даже по весу видно, что сколько этот весит, сколько этот весит. Итак, как бы, нет, вот это вам другие каналы там показывают, Алиэкспресс там хвастаются. Нет, вот это говно, я вам сразу говорю, вот это говно. Итак, какая же разница между ушемкой Зубр и данной ушемкой, так сказать, без названия. А почему такая разница в цене? Ну, я думаю, ответ очевиден. Первый момент. Дело в пластике. Ну, то есть, видно, из какого пластика сделано вот это УШМ и вот это УШМ. Я думаю, даже оно на видео видно это. Потом, аккумуляторы. Тоже здесь удешевленные аккумуляторы. И еще один такой немаловажный момент. Данный товар, данная вот эта ушемка, скорее всего, она, он чек вывалился, не сертифицирована. Вот оставите вы на ночь заряжать вот этот аккумулятор, и 100 раз аварий вот в таких вот зарядках, так вот плана или как здесь, не надо оставлять. То есть реально есть то, что он замкнется, зарядится и как-нибудь хер случится. Но скорее всего, он у вас просто выйдет из строя. Что еще? По внутрянке. Ну, по внутрянке, должен сказать, здесь как бы, да, я согласен. Все плюс-минус одинаково. Вот он как бы Зубр. Вот он китаец, как бы. Ну, примерно все похоже. То есть, ну, визуально, по крайней мере, отличить не могу. Что-то как бы так ущербно. Основная экономия здесь идет на аккумуляторах, на зарядке, на комплектации. То есть, это в сумке, это не в сумке. Сертификацию за это деньги никто не платил, скорее всего, за сертификацию. Сертификация как бы денег нормальных стоит. На аккумуляторах экономия, на зарядном устройстве. Ну, и на корпусе. Ну, вот, в принципе, и все. Вот и все отлично. Итак, друзья, я оставлю две ссылки. Первая ссылка у нас будет на наш телеграм-канал, где там ушемка, там периодически у нас по акции выскакивает, я уже сказал, 8 с лишним тысяч Зубр. И ссылка будет вот на эту вот китайскую машинку. Только давайте договоримся так, вот по китайской машинке. Я ее не рекомендую покупать. Ну, чтобы не было такого, что вот вроде как я вам порекомендовал ее купить, вы ее купили, у вас накрылись аккумуляторы, к примеру, и вы мне будете потом давать уже претензии какие-то. Что ты посоветовал, у меня аккумуляторы накрылись, как бы это говно полнейшее. Нет. Я ссылку оставлю, хотите покупать. Вот на Яндексе цена была довольно-таки адекватная. Чего не на Алиэкспрессе. Просто Яндекс вы теоретически можете за гарантию подтянуть. Потому что они как бы здесь, в России, находятся. Алиэкспресс с Алиэкспрессом так не получится. В ближайшее время у нас будет на маленькую интерсколовскую обзор. Ушем, куда у них они сейчас выходят. Посмотрим, что там будет. Ну, как бы, если там вот такое будет за большие деньги, как бы я, естественно, вам об этом скажу. Нет, серьезно. То есть мне как бы все равно, что вам продавать. Лишь бы это не ломалось и это вам нравилось. Вот так вот. Всем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Удачных вам покупок. Пока.